Джим. Джим. Who's there? Кто там? It's me. Yeah. Pedro? Pedro? What's up, man? Как ты? Так себе. Хотел повидаться с тобой, вот и пришел. Прости, что тогда так получилось в том магазине. Проехали. В колонии школа была неплохой, так что не переживай. А про Микки слыхал? Говорят, сбросил кого-то с крыши. От 5 до 15. Его судили как взрослого. Вот черт. У меня для тебя подарок, Джим. Чистейший порошок. Целая упаковка. Ты и я. Как в старые времена. Не могу. Это же улет. Меня там ждут. Хочешь зайти и послушать? Нет, лучше я пойду. Ты же знаешь. Береги себя, дружище. Хорошо, покажем. Наркоманы. Бывают разные. Есть богатые дилетанты, которые лишь балуются наркотиками. Они в любой момент могут рвануть на Ривьеру, если почувствуют, что подходят к черте. Уличные наркоманы ненавидят этих придурков. Но терпят, у них можно разжиться деньгами. А есть щенки из верхней прослойки среднего класса. Они нужны для того, чтобы открывать глаза своим мамочкам и папочкам на социальную проблему и давить на правительство, чтобы оно суетилось. И есть мы, уличные пацаны. Мы рано начинаем шляться по улицам. Лет с 13. Здесь у нас все под контролем. Нас много. Мы никогда не переведемся. Я думаю, живой пример. И каждый день, как на работу, мы выходим на промысел, чтобы скорее принять дозу и забыться.